Всем огромнейший привет. У нас сегодня тепло. Собираемся в магазины. Одеваемся. Я еду, Валя едет. Нужно докупить канцтовары. Паша в класс. Один из классов требуется там тетрадки, клей. И мы что-то не купили. Это вот учитель прислал, что нужно купить. Это в домашний класс. Ну, home room называется, домашняя комната. Я так ее перевожу. Классный учитель. И что-то еще, цветные карандаши, в общем, я себе записала. Плюс теперь нам все время будут требоваться всякие снеки. В школу Валя очень любит рыбки вот эти вредные. Мы сторговались с ней, что буду давать ей рыбки не на постоянной основе, а изредка. У них все едят, многие едят рыбки вот эти. И какие-то чипсы дают, какие-то там кукурузные палочки тоже, что-то типа этого читоса с приправами. То есть не очень сильно полезное. Вот, короче, вот за этим всем едем. Плюс закончились овощи, фрукты, что еще, не знаю, мясо есть. Поедем. Сегодня у нас плюс 33, плюс 34. С утра посмотрела серию. Теперь это просто мой любимейший сериал «Как я встретила вашу маму». Да. Я даже не понимаю, как я не могла... Как мне мог не понравиться он с самого начала. Это просто мой теперь любимчик. Все герои абсолютно нравятся. Те, которые раньше бесили. Барни очень бесил. Сейчас просто вообще идеально. Вот. По совету иногда повторяю фразы. Я знаю, что это нужно делать, останавливать. И те фразы, которые ты вот понял, какие-то такие вот основные фразы, не все подряд, а вот, которые могут, наверное, пригодиться в жизни, повторять. Метод повторения, он вот на подкорку как бы все это записывает, и можно потом выдавать готовые формулы. Это как ты приезжаешь и особо не знаешь, как общаться, а потом вот это «how you doing?», там что-нибудь, вот такие самые простые «let's go». Ну, это я такие самые банальные говорю. То есть ты, не думая, их воспроизводишь. Именно вот методом многократного повторения вот эти вот фразы все в нашу голову залазят. Теперь я это стараюсь делать. Ну, может, не так сильно добросовестно, но тем не менее, пытаюсь. Жара. Так, где мои? Вот они. Ну, жара, солнце. Там выставлена гора мебели. Я смотрела еще вчера с окна. Валь, закрывать тебя? Ого. Вот какой у нас тут развал. Кто хочет, тот может взять. Это поковырялся, там коробки открыты. Барахла. Да какой стульчик? Это печка, что ли? И вот телевизор, наверное, скорее всего, не работающий. А, так это костюм. Мы уже Walmart. Это костюм Сквиши Мелос. Это уже не просто игрушка, а надень его и стань сам. Хэллоуин костюмс. Вот. Ой, ладно, тут грязновато. Я просто взяла, смотрю, там дыра, думаю, что такое это вот. Теплая, да, стоит $37. Ну, это ж костюм. Пойдем. А вот пример, смотри, как будет смотреться. Мы хотим Вале посмотреть, Валя говорит, ей срочно нужен антисептик. Вот тут будет? Мне кажется, для детей должен быть какой-то. Это бандажи всякие цветные. Взяла Паше, доллар всего стоит. Зубная щетка и нужна паста. А тут нету, это наборы для путешествий, вот это все. Это все маленькие наборчики, тут маленькие дейзики, маленькие шампуни. Ого, шампунь. Здесь будет, да, может быть. Hair spray, маленькие штучки всякие. Это все для путешествий. Не, я думала просто в детском отделе твоем. Так, и мне нужна паста. Ищем, Вали, этот, как он называется, типа санитайзер. Не знаю, приспичило. Я хочу поискать и посмотреть, есть ли с хорошим составом. Если будет нормальный состав, не очень много спирта, я возьму. Так, и паста. Мне нужна паста. Надо типа нажать, чтобы вызвать кого-то, чтобы они открыли этот супер сейф. Вот. Мир паст. Здесь снова стенд для животных. На Хэллоуин. Самбреро.
Это для кисик и собачек, Валь, Хэллоуин. Какие-то игрушки. Показываю для Шейлы. Шейла, привет. Кошка Шейла меня смотрит. Да. Шейла, смотри, сколько тут всего интересного. Страшная уточка. Айсквик. А, это утка-зомби. Швы наложены. Классная. Не пикает? Пикает вообще. Вот где-то вот тут. Я думаю, айсквик, и непонятно, как она пищит. Утка, тыква. Что тут еще есть? А это дог, то есть побольше. Бу. Прикольно, прикольно. Это утки. Валь. Он сам. Я думала, кто-то помог. Просто товары сюда перенесли. Так, это клей. Паша просил еще вот такие. Причем они 50 центов. Так, это вот эти стики, ноутс. И мы нашли дешевые леггинсы 3,98. Дешевых леггинсов мало не бывает, но их уже все разобрали, да, Валя? Опять нет цветов? Ты что, розовые такие хочешь? Мы взяли в Таргете одни, но они очень быстро изнашиваются, потому что дети гуляют на площадках. Кстати, носочки. А, ну нам нужны длинные уже носочки какие-нибудь. Ну что, нету ничего вообще? Ты какой цвет? Ну правильно, конечно, их уже вообще все разобрали. Что там? А есть джеггинс. А, нет, это джинсы, да? Я думала, это джеггинсы. Какие ты хотела? А это что такое? А, это толстовка, тоже дешевая, $10. Такие тоже прикольные, пока полно. У нас есть толстовки. Еще вот такие носки накопали. 4. Подожди, а вот такие. А, да, это мы такие. Короче, вот они. Разнообразные. 4,48. Сюда. И тетрадки. Паша. Страшилки. А, Валя хочет игрушки посмотреть. О, какие хорошенькие. $10. Вот это я уже видела. А вот еще собачки. Классные игрушки. Мне такие нравятся. Коляска. Ищем Валю в игрушках. Валь, что это? Только что это вообще, в принципе? А я Лего смотрю, как всегда, новинки. Классные. Раньше детям покупала, сейчас что-то уже старшие. В принципе, хотят, наверное. Но уже не так. Прикольные. Это ветчина у них в банке. Это кассета. Вот. Хочу. Да не, Валь, ну ты... Зачем она тебе? Это их, смотри, ретро мини. Аналог Sylvanian Family с $8. Фирма Honeybee. Я уже как-то встречала ее здесь. Вот такие тут наборы. Недорогие, но мне Валя. Валя выросла. Себе буду покупать. Хочется. Я просто обожала вот эти все домики. Такое все милое, такое все классненькое. Но вот эти, конечно, фигурки не такие симпатичные, аккуратные, как у Sylvanian Family. Они более, ну, топорные, что ли. Здесь прекрасный мир Барби.
Барби, Барби, Барби. Барби здесь, конечно, вообще недорогие наборы. Вот целые наборы. Дома. Смотрите, какая штука. $15. И когда родитель не хочет заводить настоящую зверушку, то вот такая клетка. Там шиншилла или кто это, вот поилка, еда. И такой вариант. Суррогат, так сказать. А вот новинка. Мама дак. Сюрприз. 4,98. Вот такие мини-фигурки в картонке. Так, продаются. Я помню, они в пакетах продавались. Ну, вот такая серия, да. Не буду произносить. Не знаю, как правильно. Это вообще что это такое? Драконы. Это по мультику или фильму, или что-то я не пойму, что это. Да, дети раньше коллекционировали, мы покупали разные. А здесь что-то все так много традиций прервалось. И что-то они даже уже и не просят. А раньше просили на все праздники по фигурке этой. Даже старший сын долго очень коллекционировал. А потом после переезда пришлось много чего продать. Точнее, перед переездом. Взяла этот крем-чиз, искала с лососем. Вот мне посоветовали. Короче, там совсем есть. С корицей, с клубникой, с луком, с зеленью. А с лососем нету. Я пришла за кремером. Кстати, я не пойму, вот это раньше такое покупала, чем отличается кофе мейт. Вот кремеры. Вот этот кремер карамель, он стоит 2,48. Я что-то не могу найти, если честно, различие между вот это тоже миндальный, между вот этим за $5 и за, ну, конкретно, сейчас я посмотрю на состав. Состав плюс-минус одинаковый. Вот там тоже есть вот этот гуму, джилам. Не пойму. Мне кажется, они плюс-минус одинаковые. Может быть, вкус будет отличаться. Попробую. Зато недорого. Тоже примерно такой же состав, не знаю. Желе у нас появилось. Сметанка до ноября. Ой, это большая баночка. Я вот такие брала. Чуть побольше. Вот тут что-то еще. Вот Onion Dip. Что это? Но я не хочу луковая. Вот Onion и бекон. Тоже какие-то намазки, по идее, на бутерброды. Ну, с лососем ничего не вижу. Мексиканские сыры. Что это? Back to school. Вот это все для школы можно брать. Ну, это такая вот вредная штука всякая. Вафли, наверное. Они... Или не вафли. А, да, вафли с peanut butter. А вот типа аналог. Были бы просто без пионат баттера, с шоколадом. Просто вафли. Смотрим, что можно в школу взять. Вот такие часто берут. Вот тоже пионат баттер между печеньками. 3,78. Вот тут куча. Ну, у меня дети не едят. Можно с кремом, смотрю, вот ванильным. Я даже не знаю, вкусно это или нет. Мне кажется, что не очень. Всякие разные. Все ходят, закупаются. Я тут не одинока. Кто ищет? В общем, я взяла вот такие недорогие 8 батончиков на пробу, потому что у меня только Тимофей такие, возможно, будет есть. Мы уже брали что-то подобное. Потом вот 12 упаковок. Вот такие печеньки там будет. 12. Удобно тоже паковать. Так, в результате взяла это. Это... Я вспомнила, наконец-таки, про сгущенку. Вот, сгущенка такая.
такая. Фат-фри. И где-то здесь есть вареная. Вот это, наверное, вареная. Нет, это не вареная. Где-то здесь должна быть вареная. Но я и не собиралась, в принципе. Мне пока что не надо просто. И, наверное, вот что я возьму. У меня шоколадные капли закончились для печенек. Сейчас похолодает, буду активно выпечкой заниматься. Вот так. О, чипс. Такие или такие. Это милк, это... Не знаю, что это. Короче, возьму... я разные брала, в принципе. Здесь у нас морковка, бананы какие-то, не знаю, какие-то переспевшие, либо вот такие, вот вроде. Мини какие-то круассаны, они же без ничего, по-моему. Взяла себе один авокадо. Это весь такой не очень хороший был. Один нашелся. Все, закупились. А еще жвачку нашла на кассе. Да, запасное колесо у них. Первый в полете написано. А уточка, шапка уточка на этом. Но она же крутая. Это походу женская машина. У нее на фарах еще и ресницы. Вообще крутая модель. Мне удобно вот так все бросил. Дверей нету. Сверху крыши, вместо крыши сетка. Костка, молоко, картошка и... И все. А мы забыли джинсы для Костка взять. Блин. Возврат джинсов должен был состояться. Мы забыли джинсы. Скидки. Народу валом. $500 у нас такой был. Ну не такой. Из спортмастера. Достаточно недорогой. Он там весь облез, облупился. Не знаю, как насчет этого. Классная штука. $5.29. В прошлый раз мы ее взяли за 4. Ее просто распродали. Сегодня очень много людей, очень много индийцев. Такое ощущение, что сюда прям целая делегация. Автобус индийцев высадился. Их очень много. Сегодня курица. Йогурт еще взяли такой. Молоко, мука, опять вот это, на вот эти скидка, да, я смотрю, Тимофей попросил, соус закончился у него, $6, но я не знаю, не пробовали, у нас очень много дома соусов, и многие уже не едят, поэтому брать еще один, $6, вот этот. Я не знаю, вкусно это или нет. Там какие-то семена, как этот кунжут. Французские бисквиты. Скидка $6, 600 грамм. $9. Итальянские панеттоне у нас завезли. О, какой красивый. Упаковка такая. Уже к Рождеству. Скидка. Я еще иду вафли. Здесь скидка. Это что у нас? 595. Шоколад. Да, вот такие мы брали. 11.5 долларов. Их тут много. И, ну, очень. Это вот это? Конечно, выгодно. Я его... Ну, возьми. Так, мы что, взяли? Так она у нас лежит. Я ее в течение года даю. Ну, меньше, чем в течение года. Она есть сколько там?
Там почти 2 килограмма, 1,7 кг. Супер вещь. Так, что у нас еще есть? Вафли. Валь, вафли не видишь? На вафли объявили скидку. И у нас их нету, видимо, в нашем магазине. Коробка вареных рыб. Пицца, да, вон там прошли. Походу, у нас нету вафель в нашем магазине. $17. Орео Бу. По 2 печенька. Короче, вафли не обнаружены. Я нашла их. Вот, $8 скидка на них. И я хочу их взять. Здесь, сейчас посмотрю, сколько. Сколько, вот, 800 грамм. Не килограмм. Они очень вкусные, кто не пробовал, берите. Вафли, здесь несколько видов. Ванила, хазелнат и шоколад. Очень вкусные. Вот на кексики еще скидка 7,89. Ну, я только что брала. Я нашла, вот они. Мы стали возле них. Кексики у нас есть, смотри, какая скидка большая. К нам пришел Новый год, выставили деревья и подарки, наконец-таки, вот такие, $200, обожаю это время в магазинах. И вот эти вернулись к нам, сейчас они $17 стоят, это вообще милые штуки. Ну что, можно уже подарками закупаться, кто хочет. Вот эта штучка по скидке $9.5. Коконат карамель. Кассы там переполнены просто очереди. Вот это у нас сейчас по скидке 4.89. Снимать невозможно, там везде люди попадаются в кадре. Все, мы вышли. Вот это купили, мало. И ждем кафе, в кафетерии. Да, сегодня шумно. Походу мне сырную, дашь мне сырную попробовать? По-моему, она вот... Мы взяли, значит, пиццу. Взяли вот... Даже не знаю, что это. Как эта штука называлась? Chicken bake. Chicken... А, да, chicken bake. Там курица, что-то еще и хот-дог. Вот такая внутри. $4. Все хотела попробовать. Кипяток. Ну, кстати, вкусное, попробуем.